Депутаты Одинцовского совета депутатов от партии «Единая Россия» поприветствовали участников спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие три детские команды из коррекционных школ и школ для детей с ОВЗ и две команды физкультурно-оздоровительного клуба для спортсменов-инвалидов «Одинец». Кроме того, приехала команда участников СВО, находящихся на реабилитации в Звенигородском санатории.